И в этом видео я хочу задать вам три простых вопроса. Хотите ли вы быстро продвинуть любое ваше либо чужое видео в топ YouTube? Получить 3125 и больше просмотров этого видео, лайков, комментариев и подписчиков на ваш канал? И заработать больше денег в своем бизнесе, на партнерских программах или просто на продвижении видеороликов? Тогда внимательно досмотрите это видео до конца. Для того, чтобы продвинуть ваши видео в топ YouTube, вам необходимо пройти всего лишь три простых шага. Итак, шаг номер один. Посмотрите всего лишь 5 роликов на специальной страничке продвижения и укажите их статистику. Как это сделать? На данной странице вы видите в списке 5 видеороликов. Также здесь есть текстовая инструкция о том, что необходимо делать. Итак, я начинаю с ролика номер один, нажимаю на кнопку «Смотреть видео». В новой вкладочке открывается видеоролик. Я останавливаю звук. И дальше мне необходимо сделать несколько вещей. Первое. Мне необходимо нажать на лайк. То есть поставить лайк «Мне понравилось». Дальше необходимо внизу, где комментарий, указать осмысленный комментарий. Только после этого я могу перейти к указанию статистики по данному ролику. Мне интересует количество просмотров, 246, я могу выделить и скопировать. Возвращаюсь на страничку и вставляю сюда. Дальше мне необходимо указать количество лайков. Итак, я смотрю, что у данного ролика 11 лайков, я пишу здесь 11. И последнее, что мне необходимо, это количество комментариев. Вот здесь вот, где написано все комментарии, я вижу количество, то есть 5 комментариев. И я указываю здесь 5 комментариев. Нажимаю на кнопку «Указать», если все правильно, видео номер 1 скрывается, подтягивается видео номер 2. Итак, я нажимаю на кнопку «Смотреть видео». Здесь у меня звук автоматически заглушен. Дальше я делаю то же самое. Я ставлю лайк, пишу здесь осмысленный комментарий. Рекомендую это делать ответственно, потому что те люди, которые будут смотреть ваши ролики, также не будут писать комментарии, если вы их не будете писать. И дальше указываю статистику. Итак, у меня 370 просмотров видео. Я указываю здесь 370. Количество лайков у меня 16. Я указываю 16. И количество комментариев я вижу 18. Итого я указываю 18. Таким образом, нажимаю «Указать», если все правильно, видео номер 2 скрывается, подтягивается видео номер 3. Итак, все 5 роликов. И после того, как я посмотрел все 5 роликов, нажал на «Указать», появляется форма регистрации на сайте. То есть шаг номер 2 – зарегистрируйтесь на сайте через социальную сеть ВКонтакте, либо через Facebook. Это необходимо для того, чтобы вы могли получить свою ссылку на страничку продвижения и указать ваш ролик там. Итак, шаг номер 2. Всего один клик, зарегистрируйтесь через социальные сети ВКонтакте либо Facebook. Я нажимаю на контакт, даю разрешение приложению на использование моих данных, это имя, фамилия и моя картинка моего профиля, то есть аватарка. И перехожу к шагу номер 3. Это оплата всего $1 за раскрутку вашего ролика. Стоп! Если вы считаете, что стоимость раскрутки $1 это слишком дорого, чтобы заплатить за 3125 просмотров, лайков, комментариев, подписчиков на ваш канал, тогда прямо сейчас просто закройте эту страницу и забудьте про бизнес навсегда. Ваш удел это работа по найму и терпите бедность дальше. Вы еще здесь? Тогда пройдите оплату и вставьте ID вашего ролика в своем профиле. Для этого нажимаем на кнопку «Перевести $1 через Perfect Money». Далее нажимаем на «Сделать платеж». Далее указываете ID пользователя, которое вам выдано при регистрации в платежной системе Perfect Money, ваш пароль и проверочный код данной картинки. На следующей страничке нажимаете на кнопку «Подтверждение платежа». Вводите, если у вас защита стоит кодовой картой, код. Если оплата пройдет успешно, увидите о том, что платеж завершен. Нажимаете обязательно на кнопку «Продолжить» для того, чтобы попасть в личный кабинет. И здесь вот заполняете свой профиль. Вы указываете свой электронный ящик, свой мобильный телефон, Skype, номер своего кошелька Perfect Money. И вот здесь вот ID ролика. Как получить ID ролика? И какой ролик лучше всего раскручивать, чтобы он попал в... Естественно, если у вас еще нет своего канала
YouTube канала, обязательно заведите его, потому что без этого вы не сможете загружать свои ролики. Дальше нажмите на кнопку «Добавить видео» и добавьте новый ролик. Почему новый? Потому что эффект максимальный попадания в топ YouTube можно достичь для новых роликов, если в течение первых 72 часов после его публикации получить адекватное количество просмотров, лайков и комментариев. Как раз в этом помогает наш инструмент продвижения. Поэтому, несмотря на то, сколько у вас есть роликов или у вас нет ни одного, рекомендуем загрузить вам именно новый ролик и начать его продвижение. Выберите файл на своем компьютере, обязательно укажите в названии, описании и ключевых словах ролика те ключевые слова, по которым вы будете его продвигать. И опубликуйте на YouTube. Как только у вас будет ролик опубликован, вы заходите в раздел «Мой канал, мои видео», берете нужный вам ролик, нажимаете на него, и вот в адресной строке мы с вами видим после «V» равно стоят цифры и буквы. Вот это и есть ID ролика. Вы его копируете, вставляете у себя в профиле и нажимаете на кнопку «Сохранить профиль». Ваш профиль сохранен, и вот ваша персональная ссылка для продвижения в топ YouTube. Вы нажимаете на нее, здесь вы увидите свой ролик первым, и вот этой ссылкой вам необходимо поделиться в социальных сетях. Для этого есть специальные кнопки, нажимаете на каждую из них поочередно, выводится готовая запись с фотографией и вашей персональной ссылочкой, нажимаете «Отправить» и отправляете, публикуете в социальной сети. И помните, чем больше количество людей получат от вас вашу ссылочку, тем быстрее ролик будет ваш раскручиваться. Итак, мы с вами скопировали, поделились партнерской ссылкой в социальных сетях. И дальше просто смотрите, как растет число просмотров, лайков, комментариев к видео и подписчиков на ваш YouTube канал. И самое главное, получайте платежи по 1 доллару на свой кошелек Perfect Money каждый раз, когда кто-то из ваших друзей начнет продвигать свое видео.